Я думаю, что массовые марши, как протестные акции с криками «Долой!», действительно себя исчерпали. Поначалу, как некий протест против очевидных, на мой взгляд, злоупотреблений в ходе избирательной кампании 2011 года, они были оправданы вполне и уместны. Но сейчас этот жанр, по-моему, уже себя исчерпал полностью. И надо переходить на какие-то коллективные политические действия конструктивного плана, защищая вполне определенные, например, проекты реформ. Ну, скажем, есть достаточно юристов, которые могут написать грамотный пакет документов по судебной реформе. Вот надо выходить в поддержку этого пакета, настаивать на его немедленном принятии. Реформа ЖКХ. У нас есть вполне гражданские юристы, опытные, которые могут написать проект реформ в этой болезненной сфере. А ведь ЖКХ означает практически в нынешней нашей жизни грабеж населения. Вот здесь написать проект реформы и выйти на улицы на мирный, согласованный, ненасильственный протест против произвола так называемых управляющих компаний и в поддержку определенной реформы. То есть просто крик «Долой!» никого не увлечет всерьез. Кроме, ну вот, самых оголтелых. А вот предложения, как менять нашу жизнь к лучшему, наверняка смогут собрать большинство наших граждан. Этим путем и надо идти.